Сегодня 1 июня 2013 года, понедельник. Мы находимся в городе Кисловодске по нашей миссии благовестнической. По библиотекам развозим книги и свидетельства. Вот сейчас только мы тут беседовали. Интересная библиотека, первый раз увидели, названная именем Александра Исаевича Солженицына. Вот там можно даже показать более обширная доска. Для меня он не чужой человек, так как в стране первый, так Господь сделал, я начитал и распространил архипелаг ГУЛАГ. И это помогло мне выжить, правильно вести себя в тюрьме. Сказать больше, что можно, когда Солженицын – это такая фигура, которая всем известна. Нужно просто поблагодарить Бога, что такие люди рождаются. Я думаю, что он в Царстве Небесном. Такое у меня внутреннее состояние. Богу слава за все. Аминь. Там дошли.